Всем привет! Сегодня будет толчковая тренировка. Определились рабочие тренировочные веса. После того, как я 2 недели отдыхал, а потом стал немножко так прогрессировать в тренировочных весах, улучшать свои же достижения. Сейчас толчок где-то в районе 102 килограмм. Вот надо сегодня потолкать по плану подхода 3-4. И на прошлой, по-моему, неделе я один подход толкнул 105. Вот хочу хотя бы либо повторить, либо поднять еще один дополнительный подход, чтобы был прогресс, чтобы это мотивировало как бы меня. И я понимал, что я с каждым днем, с каждой неделей становлюсь все сильнее и сильнее. Итак, давайте посмотрим, что получится. Девяносто на два. Легко. 105 на один раз. Палочка. Тут на 115 запас. Давай! 110 на раз! 107 не иду, сразу 110. Давай! Держи! Изи. Сто двенадцать. Давай. Давай.